Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи интернет-магазин пневматики «Попади в 10.ру». Сегодня мы рассмотрим макет гранаты РГН, ручная граната наступательная, разработана в советские времена, там где-то 80-е годы, возможно, даже чуть раньше. Уж извините, не помню. Суть в том, что граната очень надежная, заслужила уважение что в Афганистане, что во второй, первой чеченских войнах, да даже при обороне в 2008 году, когда наши войска наступали там, на Грузию, тоже ее применяли. Чем интересна граната? Ну, боевая именно. Тем, что у нее есть предохранители на случай случайного обронения рядом с собой. То есть, если там выдернули чеку, отпустили рычаг, и она падает, она переходит в состояние, не взрывается. Очень даже интересно. Также было для меня интересно то, что граната имеет несколько режимов. То есть, у нее есть режимы, когда можно ее бросить, она взорвется от удара. Если она попадает там в снег или в мягкую поверхность, то есть удар не происходит, то она взрывается где-то через 3,8-4,2 секунды. Ну, как стандартная граната. Что в этом макете? Значит, давайте открутим вкладыш. Я вам покажу сначала нижнюю часть и верхнюю. Потом. Собственно, нижняя часть у нас состоит из металла. Внутри есть небольшая полость. Это просто макет. Не боевая граната. Насколько я понимаю. Хотя нет. Извиняюсь, рычаг тут боевой. По поводу вкладыша. Как вы видите, он простой, пластиковый. Ничего здесь сверхъестественного нет. Собственно, обычный пластиковый вкладыш. Весит граната немного, по ощущениям грамм 400. Сметнуть ее можно на приличное расстояние. Вот как-то так. Чеку, извините, извлекать не буду. В прошлый раз это сделал с гранатой РГД-5. Замучился потом ее вставлять на место. На это, пожалуй, все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин пневматики «Попади в 10.ру». Подписывайтесь на наш канал в YouTube, будете получать новые полезные видеообзоры. Если вам понравился данный макет гранаты или вам нужен другой макет гранаты, то ссылка на него находится в окне с нашим видео. Спасибо за внимание и до свидания. Alegre y no quieren creerme, ja. Qué tristeza, pues no voy a detenerme. Hoy esto empieza de adentro hacia afuera. Sigo gritándolo y la gente se altera. Levanto